Sunday. We go to church and wash our sins. Monday, the old work begins. Do you know how many days there are in a week? Yes. Yes, there are seven. We say a one, two, four, the ten. Come on, y'all, let's rock. Music's where my heart is, so I put my soul in. Всем привет, я DJ Мамани, всем, как говорится, специально для хип-хоп в Литве от первого лица. Расскажи, как тебя судьба занесла вообще знакомство с музыкой? Когда это было? Первое знакомство было, это, конечно, родители, то, что слушали родители. И первое, что я помню, то, что мои родители всегда с утра вставали, включая радио. И там то ли был маяк, то ли было что-то в этом роде, это 80-х. 4-5 год, что я помню. И от того, как бы все началось, то, что все эти песни я слышал вот как раз на радио. Позже там мы ездили в машине, было радио, и постоянно я как бы уже отбирал свои любимые песни какие-то, уже там как ребенок умел их наизусть некоторые. Потом моя двоюродная сестра переписывала мне там на кассеты все, что мне нравилось, так как она старше была на несколько лет, уже из школы могла приносить некоторые записи, и вот так вот все как бы началось. И думаю, что с самого начала было то, что я как бы получил в одной кассете свои любимые песни и просто там крутил сколько мог. А когда произошло некое знакомство именно с хип-хопом, что было там первой кассетой или треком, который ты где-то услышал? Первую кассету я очень хорошо помню, это было Крис Кросс, Totally Crossed Out, и это было, кстати, в пионер-лагере недалеко Вильнюса, недалеко столицы, и из Польши была как бы одна группа, всегда приезжала из-за границы, так было из Польши группа людей, которые привезли с собой тоже много записей, а так как у нас еще все записи не приходили так быстро, так у них можно было найти кассеты, там, To Unlimited, Criss Cross и все такое. Так, первая кассета была то, что я выменил как бы игральные карты на кассету Criss Cross. Так вот, моя первая кассета была то, что я, помню, в школу вернулся и всем хвалился, что у меня есть такая кассета. А само знакомство с хип-хопом, это было еще раньше, на несколько лет, может, там, 4-5 лет до того, это было вроде бы 86-7 год, это в Паланге, около Балтийского моря. Фестиваль брейка? Да, фестиваль брейк Папуга, и я просто с родителями иногда проходил мне около той арены, и там одним глазом мог посмотреть. И очень хорошо помню, что мне было интересно, может, сама музыка, потому что она была та вот электронная, крафтверк, они тоже как бы не могли получить ту всю музыку, которую хотели вот в Советском Союзе. Они танцевали под электронную, то, что они имели, наверное, на пластинках и все такое. Так это было крафтверк, и там, может, там Херби Хэнкок, еще что-то в этом роде. И вот это было первое мне то, что я увидел, что они там танцуют. И незадолго по телеку показали, вроде бы на голубом огоньке была какая-то там очень молодежная группа, состав из детей, и один из певцов, он там пел песню, она там называлась «Break, break, break», и он там танцевал. Ну, я сразу начал там пробовать под них как бы тоже танцевать. На следующий день это был повтор той же программы, ну, тогда не было возможности записи, просто то, что увидел, то стараешься и воспроизвести. И так и получилось, вот первое знакомство, и вот как бы вот такие, можно сказать, первые впечатления были очень хорошие, и я думаю, даже мои родители бы вспомнили, как я им там показывал, как я умею там делать все такое. Да. И как происходило познание, углубление в это вообще? То есть каких-то ты друзей нашел, которые тоже самой музыкой увлекались? Да, это было, ну, это уже как бы позже. Я сам, как так как собирал потом
музыку, и вот все кассеты, все как бы собиралось, как-то чуть-чуть надо было кому-то, как бы, хотелось как бы кому-то показывать, но... Делиться? Да, делиться, и вот нашлись люди в школе, с кем мы менялись, все такое, и потом там, в том же пионерлагере, где я когда-то вот достал кассету, я посмотрел, что там есть люди, как бы, диджеи, которые играют там кассет-музыку, и как-то миксуют там, переключают, и мне тоже это было интересно, и... В 93-м году мне дали как бы возможность сыграть свой первый там, как, сет, если его можно так назвать, потому что с кассет играть это вообще сейчас не представляю даже. Но это все получилось, было классно. И позже, когда мы уже катались на скейтах, там пришло в Литву MTV в 94-м году, мы начали смотреть все MTV Raps ночью, там некоторые, наверное, например, мне родители так не разрешали оставляться, ну, около телека до поздна, так я потом видеокассеты брал у одноклассников. Ну и вот так вот получалось, что каждый раз, когда чем-то вот занимаешься, что-то нравится, оказываются люди, которым тоже это нравится рядом, и это как бы все идет вперед. И, ну, у меня получилось так, что музыка была, ну, не только хип-хоп, так как в классе там мы слушали там и Depeche Mode, и Pearl Jam, там, Nirvana, там, как раз в 94-м году Курт Кобейн умер, там, вообще был, там, всем траур, все такое, так. И позже уже, когда я уже после школы в 96-м году уехал в Германию, там мне произошел тот, как говорится, называемый, тот самый большой хип-хоповый бум. В 98-м году я сходил на концерт Gangstar, который был, как бы, тур Moment of Truth альбома, и... Их в то время обогревали DustFX и EMOP. И мне тогда было, ну, такой довольно-таки шок, можно сказать, потому что мне всегда было, ну, как бы, когда я шел на концерт, я видел, ну, большую группу, были гитары, барабанщики, там, все такое, ну, и как бы ты смотрел и видел, ну, слышал всю музыку, что они играют, а здесь были, ну, два человека на сцене, это диджей и MC, и... Я был в первом ряду, и мне было такое очень странное чувство, что это два человека на сцене, а 4000 людей от того просто, ну, в кайф, не знаю. В экстазе. Всем в экстаз, нереальный. Я сам тоже не верю в то, что там происходит. Там диджей начинает играть разные брейкбиты, там все раз, как договорились, расходятся, становится круг, сразу там бибоев, там, я не знаю, может, 10-15. И... Весь этот шок, вот как бы, ну, остался во мне от того, что я на следующий день, может, там через пару дней я пошел и купил свою первую пластинку. Так, это был Gangstar альбом Hard to Earn, и мне это было как бы, ну, вот я могу сказать, как бы самое начало. Если я начал играть как бы как диджей в 93-м году, так вот первую пластинку я купил в 98-м году, и вот это было само начало, и самому вот, наверное... А, я даже где-то билет имею этого концерта, где был. И как ты, как я понимаю, такой независимый начинающий диджей, как ты сошелся, вошел в группу, то есть как тебя нашли, или ты нашел людей? То есть... А, было вот, я как и говорил, что всегда, если что-то получается, ну, делать, ну, чем-то заниматься, сразу находятся люди, которые тоже тем же занимаются. И все, что новое, было интересно в Литве. И в то время, когда вот я начинал играть уже с пластинок, мне было интересно как бы коллекцию складывать из пластинок, я знал других там диджеев, там очень популярных в Литве, которые играли там прогрессив хаус, техно-музыку. И это было, ну, как бы, мне хотелось как бы тоже быть чем-то похожим, потому что там еще было, как бы, тема еще сложнее, то, что там вообще один человек, он играет музыку, и там те же 4000 просто слушают музыку, и всем очень нравится, это все нравится. И мне хотелось тоже, я знал, что та музыка, которую я слушаю, должна нравиться кому-то. И как-то, я не знаю, мы катались на скейтах в центре города, и там оказалось несколько, вот, оказался один друг, у которого вот был друг тоже, который хотел быть диджеем. Ну, начали там общаться, оказывается, у него там есть несколько пластинок. Там был у него Nas и It Ain't Hard to Tell, у него был вроде бы DJ Cool, Let Me Clear My Throat, и это все как бы
было, ну, мне был такой шок, как бы, ну, вот я собираю, и человек, он как бы собирает то же самое, что и я. И потом я узнал, что ну, два проигрывателя есть. Это вообще там было нереально. Начали мы там уже думать, как, где тут поиграть, может, давай там тусовку какую-то сделать, еще что-то. Вот, ну, это как бы все так крутилось довольно-таки быстро. Я даже, ну, кажется, что один день мы там знакомы, на следующий день мы уже планируем там следующее мероприятие какое-то. И потом через пару лет, это в 99-м году, мне звонит один, ну, очень хорошо известный MC в Литве, это MC Сварес, который мне говорит, слушай, я записываю свой первый альбом, хочу, чтобы мне кто-то записал скретч. Говорю, а, без проблем, мой друг Владос, вот он может тебе помочь. Говорит, нет, Владос меня прислал к тебе. Я, говорит, не хочу здесь там, выяснять отношения, но я к тебе приеду, тебя отвезу в студию, и мы как бы начнем записывать. Все. На следующий день или через два дня он приехал ко мне, я одолжил своего друга проигрывателя, так как я не имел. И мы поехали в студию записывать. Так мы записали, я не знаю, мне кажется, несколько треков, попробовали, потом в течение двух недель мы как бы все остальное записали. И был выпущен первый альбом GNG Syndicatus. А тогда как бы сама эта группа GNG, так это был один человек, это Сварес. До того было два человека, так, один гига он куда-то пропал, никто нормально так и не знает, а Сварес, он как бы хотел это делать, он нашел студию, где, как бы, где два очень классных парня делали ему биты, и так получилось, что он после выпуска альбома тем двум парням и мне говорит, слушайте, давайте будем группа, и нам будет легче как бы делать всю музыку, вообще, ну, как бы работать вместе будет легче, если мы будем знать, что это мы делаем как бы ради общего блага. И все. А на следующий год я записался почему-то, я не знаю, записался на чемпионат диджея в Литве. Я знал, что там все диджеи играют только хаус, только танцевальную музыку. А я там насобирал разных там приколов из DMC, там то, что я там сам научился. Что-то там скопировал, ну, условно, сделал такую программу. Фишечки всякие, да? Да, все фишечки, но это все как бы вложил в 10 минут и приехал на чемпионат. И как бы, ну, я приехал на чемпионат играть в чемпионате, и, ну, это как бы, у меня нету дома проигрывателей, я должен их как бы одалживать, чтобы научиться. И это произошло так, что на этом чемпионате я вышел как бы в финальный день, на следующий день вторым номером из всех диджеев. Мне там было нереально это все понять. Я сам был в очень большом шоке. Я как-то там прошел полуфинал. Мы в финале там встретились с хаус-диджеем Миндаугелис. И там очень много было. Как бы все... Очень много было разговоров. Все люди говорят, почему как бы две категории разных диджеев в одном. Ну, так получилось, что я там вообще из 40 диджеев было только два, которые играли хип-хоп. Так получилось, нам первое место поделили. Приз два проигрывателя нам дали по одному. Я как бы с одним проигрывателем тогда с группой уже летом начал играть концерт. И с этим проигрывателем, с простым очень там микшером, мы ездили по Литве, несколько концертов там получилось, и записывали новый альбом. Но что самое клевое, то что тот человек, который мне позвонил и меня пригласил в студию, он был первый, который мне позвонил после этого диджей-чемпионата. Позвонил, говорит, слушай, ну, выиграл? Я говорю, откуда знаешь? Говорит, я чувствую, что ты можешь. И вот как бы с самого первого дня и как бы этот человек доверял мне столько много всего, что как бы это меня очень как бы толкало вперед. Воодушевило. Да, и это толкало вперед, и как бы, ну, если всегда были люди, которые, ну, как бы делали что-то вместе, так это был человек, который еще тебя и как бы пнул вперед. Давай сделаем, давай что-то. Ну, и так получилось, что мы после того, сразу через, мне кажется, через год, после того лета, в 2001 году мы записали свой второй альбом, который был, ну, такая интересная бомба в Литве. Там очень много было разговоров разных, там у нас там перформанс на музыкальных награждениях там с голыми девчонками, все такое. Ну, как бы все было в хумористической форме, но самое главное, что люди, которые покупали альбом, они в нем слышали хороший хип-хоп. И это, ну, по сей день я очень этим как бы горжусь.
И что было? Были ли какие-то, может быть, параллельные там какие-то твои участия, не знаю, там, микстейп какие-нибудь ты писал или вывешивал? Да, конечно. Тот же самый человек мне говорит, слушай, я тут знаю, за границей есть микстейпы разные, там люди делают разные, там, вот, выпускают. И... А я еще вот недавно читал свое интервью с 2001 вроде бы года, что я там говорил, ну это чуть ли не коммерция такая, в то время так казалось. Но, да, получилось так, что у меня было уже достаточно пластинок, чтобы записать какой-то микстейп. Он был записан тоже так, как это микстейп, я знал, что там должно обязательно быть какие-то ну, MC, которые придут, тоже запишут что-то наше. Какие-то рифмы специально для... Эксклюзивы специально для микстейпа. Я собрал, например, там 4 разных MC, они записали, мы все как бы там... Ну, сделали очень красиво, в кассете, там, конечно, все на, там, на принтере, как бы, черно-белом отсветили, я все кассеты переписывал, говорит, и был, я не знаю, 20-30 штук там просто там распродали, раздали там, но некоторые люди его, кстати, знакомые, некоторые вот недавно у меня было как бы 20 лет моей карьеры, как диджея, люди вкладывали в Facebook фотки, вот я еще имею эту кассету, нет, там, как бы... Супер, очень приятно. Люди там, наверное, не имеют как слушать эти кассеты типа. Но они, да, но они их имеют, и это очень приятно, кстати, такое. Йоу, чё свару специалей, мама нес микстейпу и ДВД, но решек с того пагроба, броли, уж виса ее дарба. Эй, йоу, чё сварыш, того села своги, синдиката долез, как переезд, да скури в один агар, соба дранка, всех спалва, проля кулис, да варкал баранком, диджей маманя, атлайкик, гатвес битву, мяно куриня турини, маманя стейблей, но колтоя тила, ранкос покила, вел уже бот ее вальджерила, мейстра скури, стебухла и вся, но винило, кай из пробила, гарсам сутейкдамас прасмя, лыкидамас фронта, кай МС нутила, диджей маманя, уж тей сик. Получилось так, что их я, может, записал, этих микстейпов, может, 3-4, я не знаю. Потом уже как началась как бы эра интернета, что как бы все вкладывали там миксы там просто в MP3 и как бы, вообще не плачилось кассеты делать даже. Если ты и так в минусе оказывался, так потом уже это уже вообще не оплачивалось, и как бы деньги на ветер выходило. Плюс люди сразу начали все миксы записывать на компакты, слушать в машинах, и им кассеты как бы тоже уже не были актуальные. Так вот. И... То есть CD-релизов уже такого формата было? Не, у меня есть пару выпущенных, но тоже они как бы не были такими, я не знаю, не были... Они больше, вот говорю, они больше в интернете как бы вышли, чем как бы здесь у меня там... То есть лимитированные на болванках какие-то? Да, на болванках, но сам факт то, что, например, ну, мы делали там такие довольно-таки очень веселые, хорошие мероприятия с друзьями. И на некоторых мероприятиях было то, что для первых 50 человек, которые приходят, получают бесплатно вот этот микстейп. Так вот все люди их имеют. И как бы то такой вот лимитированный этот, микстейп, он был выпущен. Позже там люди спрашивали, а вот те, которые не получили, где его можно получить. Ну, ты что, выкладываешь в интернет? Так вот, и как бы сам факт тот, что, ну, что ты должен записывать диск, а потом люди все равно там, они будут слушать в плеере с MP3, ну, как бы, было жалко своего времени, можно так сказать. Но сам факт остался хорошим тот, что вот такие некоторые мероприятия, они дали повод некоторым микстейпам просто родиться, и они до сих пор, ну, как бы, я думаю, актуальны. И люди, вот, например, если пойдут там на djmamania.com, они там могут найти мои старые миксы, послушать, и даже там, по годам даже посмотреть, как было раньше и как я теперь играю. Хорошо, а тогда какие еще альбомы, то есть после первых двух, это G&G Syndicate, правильно? Да, G&G Syndicate. В каких ты еще участвовал, может быть, сайт-проектов каких-то, или уже продолжил просто... В каждом альбоме G&G Syndicate. После того, как я выиграл свой чемпионат, вот первый чемпионат в 2000 году, мне посыпалось проектов там нереально много. Там, чем я тут ну, можно очень долго это все как бы рассказывать, но, наверное, я скажу самые интересные, ну, знаковые, самые, да, самые знаменитые, это самое лучшее, это, наверное, для каждого диджея это, ну,
кто, например, занимается скретчем и вот этими всеми финтами, трюками, меня позвали в джаз-группу сделать такой ACE-джаз проект. Как бы была рамка, есть группа US3, и как бы давай сделаем что-то в этом роде, но больше в джаз. И нас позвали в самый большой фестиваль Литвы, ну, один из самых больших фестивалей в Европе, это Kaunas Jazz. И мы с этим, это вот как бы сразу после чемпионата, как бы я не знаю, кто-то, наверное, увидел, там меня сразу нашли как-то по телефону, тогда мобильников не было. Мне домой позвонил такой один композитор литовский, Линас Римша, и мы сразу там начали работать над тем. И, он приезжал ко мне домой, мы прослушивали там инструменталы, искали лупсы, биты, и это как бы нам очень было как бы новое что-то. Как бы я не только играл свою музыку вот с группой, свои инструменталы, делал скретч, мне надо было подбирать некоторые биты и в течение всей программы их менять. На это все как бы некоторые биты уже были с басом там, и вся группа должна как бы уже под ту мелодию как бы импровизация. Да, ну не то что импровизации, они имели свои соло как бы партии, да, партии, а все равно как бы все биты они должны были слушать и знать, какая там бас партия, какая мелодия, и все играть как бы, ну, очень ровно и, знаете, ну, аккуратно. Нельзя было просто так выйти и там на как бы фристайл все делать. Все так, ну, мы выступили на Kaunas Jazz, мы выступили на Birštono Jazz, нас потом позвали как бы как лучший литовский проект того года опять сыграть. И, ну, вот такие вот вещи как бы были для меня очень как бы важны, и самому как не закончившему музыкальную школу это было, ну, как бы очень приятная вещь, как бы это все прожить, это все как бы увидеть и жить в музыкальную такую как бы жизнь. И тем вот то, как бы мне очень вот такие понравились вещи. Были некоторые группы, поп-группы, которые меня звали вместе играть на концертах, так как, ну вот, потом вот случилось то, что на концертах я более как бы прилип к группам не на записях, на их альбомах, а на концертах. А теперь одна из самых популярнейших групп Cell, которая делает там большие там концерты в аренах и все такое. А мне было как бы пару лет, мне было как бы, я не знаю, несколько десяток концертов поездить по Европе с ними вместе. А были некоторые другие группы, но как бы GND Syndicate, но осталась та группа все равно, которая мне номер один, это моя семья, это мои друзья, и то, что с ними прожили, все равно как-то оно остается первым номером, и после нескольких лет это как бы, ну, подтвердилось, то, что вот моя вся самая как бы все время, что я мог дать для этой группы, оно как бы мне вернулось с очень приятным как бы с приятными выпусками альбомов, концертов, туров и все и похоже. Так, если мы тогда выпустили два альбома, был первый альбом того Селос Фагис, где мы еще не были группа, так потом уже как группа мы выпустили Гатвес Лига, мы потом еще выпустили три альбома, которые чем я сам очень люблю, что в течение 15 лет группы группа все равно сумела издержать свой как бы свое звучание. А если, например, я почему-то сейчас вспомнил такую русскую группу Кармен, на которую концерт там были мальчишник Кармен, приезжали в 92-м, 93-м годах. А на концертах я помню интервью Кармен, где вокалист группы сказал, что наша музыка будет меняться по моде. Так как будет меняться мода, так и будет меняться наша музыка. И я от того времени очень тогда, ну, не то что возненавидел, просто уже не слушал эту группу, и мне это было как бы... Ну, она и развалилась, и, в принципе, в Да, и мне очень как-то было неприятно это слушать, и чем вот я горжусь своей группой, что у нас все равно осталось наше ну, звучание. Саунд, да. Наше звучание, оно осталось во всех альбомах, и все, конечно, идет только лучше, качество само, оно только улучшается, и... Мы взрослеем, мы учимся, и я чем очень горжусь, что я могу и дома вот, иметь как бы свое какое-то место, где я могу тренироваться, учиться что-то нового,
На концертах у нас получается то, что мы половина всего как бы группа знает, половина всего это как бы импровизация. То есть мы говорили о джаз-импровизации, там мы как бы учили, чтобы все было ровно. В группе G&G Syndicatus есть так, что мы идем на сцену, группа не знает плейлист. Я как диджей играю по атмосфере самой, как бы, если бывает там, тусовка, мероприятие в клубе, мы это сейчас передаем и на концерте. Мы идем на сцену, никто не знает плейлиста, мы играем, все треки миксуются, не говорится, как говорится, остановиться не могут, и получается, ну, как сказать, из 10 получается 9 хороших результатов. Один раз концерт может не такой хороший получается, может это не в настроении, но сам такой наш вот теперешний концепт, группа как бы прилип, и я сам вот тоже очень рад этому. Синдикату МС, добар волна мяс, G&G да истава, стейп мяс щерулинам, чекин у майка, щикнился к ману колба, и штрауб кишау, ману кинкла, мажуля, ману жодистый карас, того село свагис, ес мяс, ты сингас базаров, шлю и руглис, вайстас и рдоносу и мис юмс, добар че гадрис лигос, спорт скауди флейба, гадрис лутура, не та салони ни шуда, о натура, не элитин и мяшка, ишка строна цензура, суреда года пала штаба кулатура, Šta je diktatūra, gypas ir hopas, mano gyvenimas Aš nemeloju, aš kalbu ką galvoju Nepoju ką matau, aš nesapne Aš ne kažkur, aš ne toli, aš ne kažkur Varėjim pasiseks dangui, nepasiseks Progerai galbūt aš būsiu rytoj Ir ten galės mane teisti Esu, toks esu, mane patinka Raisti pagal svetimą bytą Svetimą slengą, svetimą bytą Vienu jos į dangų, nekinu tuos Kamtai vaidinimas ir gatvė Bet jis nebūs solodinį Mano draugai, mano gatvė, mano miestas Mano širdis, nelies jos gyvenantį Ar visi dištai tis tyliai Mano draugai, mano gatvė, mano miestas Mano širdis, nelies jos gyvenantį Ar visi dištai tis tyliai Давай тогда поговорим про сегодняшнее время. Какие у тебя сейчас текущие проекты, которые ты там или закончил, или заканчиваешь, или вот сейчас вот очень активно производишь что-то? Ну, текущий проект это, наверное, наше радио, это Гадвис Лига, наша радиопрограмма, которая уже примерно 12-13 лет уже существует, и как бы каждую неделю эта программа выходит в эфир. Хип-хоп. Да, это все два часа только хип-хоп музыки, и он по сей день, ну, мы, как говорится, каждую неделю едем на радио, готовимся, первый час это бывает, разные гости, мы играем какие-то новинки, но в основном стараемся позвать кого-то из местных вот, исполнителей, которые, ну, там, что-то новое выпустили, сингл, там, альбом, клип, неважно. Но это как бы не только с музыкой связано, и граффити, и брейкданс, это тоже они к нам на радио приходят. Если что-то новое происходит в их кругах, это тоже все у нас на радио. А второй час программы – это топ-десятка музыки, литовской музыки. И почти каждую неделю мы получаем по 2-3 трека, которые есть новые, и люди хотят как бы вложить его в топ, и потом уже у нас есть система голосования, где люди голосуют всю неделю, и на следующую неделю у нас новый новая топ-десятка. Что нам самим очень нравится, то что на радио, которое все равно имеет какой-то формат, какой-то формат, какие-то рамки, играть, например, какую-то там танцевальную музыку и там чуточку литовской, чуточку там танцевальной, но все равно как бы новой музыки, нам получается как бы играть всю музыку, это не важно, это литовская, русская, немецкая, английская, это все идет и без проблем. Если у нас есть топ-десятка, так на ней и русскоговорящие, и польскоговорящие, и англоговорящие, наверное, так надо говорить. И, конечно, ну, литовские треки. Так это все идет нам, и люди как бы все голосуют, и так как сейчас Facebook там на высоте, так все уже там
шлю друзьям, там голосуйте за меня и все такое. Так это радио, я думаю, что это самый главный как бы проект теперь, ну, который постоянно идет, и ему надо немало времени. Ну, по меньшей мере, один день в неделю полностью он занят тем, что, чтобы эта программа вышла бы в эфир. Я тут, по секту дебесис, и тиктей. Jis kabo žvaigždės turomi nafė Nuo kut nogų tėlė po namus slampinės Stangreis peneliais veidrodis prieš Svajonės pieš, kai draskys rūbus plėš Bet jis kabo žvaigždės, džiaugiasi vėjų Apie ją tiek tu, tiek mes kalbėjom praeivėmis Žaliomis akimis ir jis išdidų supistas gyvulys Gyvulys kopiantis likerių, kramto gumą, kaip žirždė angliško trilerio Svajonės taip arti, prisiglausk, išties šnapžda tyliai Leis tave paliesti, jei atradimas Šviesa aistra, į jam tik žaidimas Tik su mėsa, įtiki Tiki jo ir žavisi per naktį pamilus ilgai repetuotą žavisi Atys kabo žvaigždės, bėga per lietų Pasiektų debesis pirštai, jisai tik tai galėtų Другая вещь – это группа GND Syndicate, с которой мы заканчиваем альбом. Наш шестой альбом, которому есть уже название, которому есть уже весь концепт обложки и как весь альбом выглядеть будет. Мы очень надеемся, что альбом выйдет и на CD, и на пластинке. Ну, конечно, там в iTunes и на MP3 это все пойдет тоже в тот же самый день, как выйдет альбом. Но сама работа, она еще не закончена, но... Так как теперь вся группа уже знает название, знает концепт альбома, так все очень усердно работают. И, не знаю, в течение 2 месяцев это уже должно закончиться, я думаю, в начале марта это уже должно быть, как бы, должна быть презентация. И мы сами уже хотим уже что-то новое выпустить, уже сколько прошло. Прошло 5-6 лет после последнего альбома. И вот хочется что-то новое, чтобы летом на фестивалях, на концертах было что-то свежее. А вот про группу, когда там стали читать больше людей, вот про этот момент, как это произошло? Было одно такое мероприятие, которое я сделал, только вернувшись из Германии. Я как-то весь в оптимизме в 98-м году сделал в одном клубе, там, который в основном играл хаус-музыку, мы сделали с другом мероприятие, на которое я позвал Свареса из G&G. И вот потом так получилось, что когда он меня позвал на запись альбома, первого альбома, я встретил двух человек, это Кастетас и Донтяв, два битмейкера, один из них и MC. И они как бы помогали ему записывать альбом так же, как и я. Ну, случилось так, что Сварес говорит, давайте будем группа. А группой будет легче нам как бы делать всю музыку, как бы, записывать и работать над альбомом, как бы это все будет как бы, больше дружески. И те два парня, Кассетас и Донтявас, они до того были в панк-рок группах. Ездили там по Литве с концертами, даже там выпустили на виниле какие-то свои записи. Но это все было как бы альтернативная рок-панк-рок музыка. И хип-хоп было это что-то новое для них, но так как Сварес их нашел, их мою студию, говорит, вы вот делаете музыку для других, можете мне сделать биты. Он говорит, ну давай попробуем, а что ты хочешь? Ну, там Сварес дал кассету Cypress Hill, кассету, наверное, House of Pain. Ну, я так сейчас не знаю в точности, но это, наверное, было так. Говорит, мне надо что-то похожее. Но они там начали делать. Сварес приходит, говорит, слушайте, ну, там что-то есть. Да-да, вот, послушай. Говорит, это ничего подобного на то, что я вам дал. Но они говорят, нет, но это рэп, мы вот, ты нам дал старое, мы теперь там послушали новые там альбом Доктор Дрэпов, Дяди, еще там что-то. Ну вот, это что-то в этом похоже. Нет, говорит, это ничего. Говорит, давай попробуем записать. Не понравится, что-то сделаем иначе. Они начали записывать на том материале, они там инструменталы переделывали, вышло так, что некоторые из них остались, как бы, ай, ну, сделали, давай, пускай будет. И вот очень много таких треков как бы остались. Например, мы иногда говорим, что есть некоторые треки, которые, ну, может, не надо было выпускать, все такое, но теперь недавно как-то в
вспомнили, что ну это вообще-то как бы история. Это то, что было в 96-7 годах, когда записывалась эта музыка, это вообще было ну что-то новое и нереальное. Если, например, там Wu-Tang Clan и там, например, Gangstar выпускали там уже классичные альбомы, мы только начинали там что-то там подбирать. Это то же самое, если теперь человек сядет к компьютеру и начнет резать биты вот сразу с первого раза. Ну, это вот было наше в 99-м году, первый альбом, и он получился такой, как это получился. Но несколько лет назад, вот это в 2009 году, мы делали как бы 10 лет презентацию, не то что презентацию, но как бы отпраздновать альбом, 10 лет альбому первому, мы его сыграли весь альбом сначала до конца. Был как бы такой, ну, как бы отдать почтение, дать уважение этому альбому, который нам было очень как бы сильное начало. А позже мы выпустили второй альбом, это «Godless League», и там был один трек, который лейбл, который выпускал наш второй альбом, он его выбрал как сингл на радио. Он еще попросил: вы можете что-нибудь сделать вот на радио там такого лучше? Форматное? Да, форматное. А мы ему говорим: ну, типа, возьми это, а мы там еще что-нибудь придумаем. Ну, мы, конечно, там ничего там не надумали. Тот трек вообще был такой смешной, выпущен просто сделан из-за того, чтобы, ну, там у нас было веселое время, там мы вспомнили какие-то истории там о девчонках, там совместных, как сказать, общение как бы девчонок и парней. Время сделали, да. Да, время провождения. И это как бы сделан такой трек о девчонке, которая несовершеннолетняя, но она как бы, у нее происходит как бы секс с совершеннолетним парнем, и она как бы его потом шантажирует. И как бы это у нас был, ну, мы сделали это как бы в смешной форме, но это, ну, как бы должно было быть предупреждение такое, ну, как бы такое социальное, но все вышло из-под контроля, так как одна очень там такая скандальная программа на радио, они там сыграли этот трек несколько раз, и люди начали звонить: давайте еще раз поиграть. И всем все равно как бы казалось, что этот трек там очень там, ну, там для одних людей это было очень весело, смешно, другим это было как-то, ну, несерьезно и очень как бы некрасиво. Все, мы выпустили этот трек на радио, люди начали звонить, а через несколько недель этот трек на первом месте на том же радио, и как бы все покатилось. И наш альбом выпущен в 2001 году, «Godless League», через месяц был продан тиражом, этим золотым тиражом. Мы как бы получили золотой диск и сами не могли поверить, что это происходит. 10 тысяч в течение месяца. Нам это было что-то новое. И мы начали ездить на концерты. Нам как бы получилось так, что мы были на музыкальном лейбле, который был, ну, имел какие-то узы с музыкальными организаторами разных концертов. Так. С промоутерами. Да, с промоутерами. Мы ездили на разные концерты, обогревали там группы, там, из Латвии, Brainstorm. Там, были какие-то там побольше концерты, где приезжали Alphaville, приезжали еще там, кто-то, я сейчас не помню, группа Риман из Германии, словом. И мы были как бы на обогреве всегда. И так как сам этот единственный трек люди знали, ну, на концерте проблем не было. Но была только, может, одна такая, ну, проблема, то, что остальных треков не очень знали некоторые люди. Так надо было на концерте все равно как-то делать концерт сильным. Шоу делать. Да, делать какое-то шоу, чтобы люди, которые не знают наших других треков, им все равно бы это понравилось. И мы позвали на помощь еще одного MC, это Пушес, который он из Зарасай, около Латвии, город, и он участвовал на обоих альбомах, на первом и на втором было по треку, и мы его как бы позвали: давай присоединяйся к нам на концерты, давай будем, ну, типа, делать шоу, чтобы все было веселее, все такое. И он сразу как бы присоединился, так что мы, да, влился так, что мы записывали третий альбом уже вместе с ним. И там после того третьего альбома он даже, мне кажется, через год записал свой соль вместе с нашим битмейкером Бенциалосом. Как бы все, ну,
по течению, и как бы все росло, можно сказать, как со снегом, если это, ну, с горы все идет, это все так увеличается. И вот с того времени он как второй МС, да, в группе? Так, вот, тогда давай, мы сейчас уже поговорили о сегодняшнем времени, возможно, у тебя есть что сказать, то есть такой, как бы, постскриптум, вот как ты уже в музыке варишься уже 15 лет, то есть более 15 лет, 20 лет уже получается. Ну и так, если смотреть, да. Ну, в основном 15, я думаю, так. Ну 15, да. Прям вот именно в такой, да. В серьезный, да, да, можно, да, так, да, сказать. Как ты можешь проанализировать, являясь не просто слушателем, а участником самого вообще музыкального движения, как вот оно развивается, то есть, понятно, там технологически сейчас очень много прогресса, или же тебе какие-то моменты не нравятся, может быть, что-то там ушло не в ту сторону, может быть, вот этот, да, момент. Да, если смотреть вообще всю, как бы, историю Литвы, у нас в одно время мы даже называли как бы историю Литвы волнами хип-хопа. Была там первая волна, если это была 94-95 год, когда у нас была там программа на радио «Ультраряпас», группа «Жаз» выпустила свой первый альбом, группа «Узи» выпустила альбом. И это была как бы первая волна, и потом все как бы умерло с тем, что пришли ночные клубы, как бы хаус-музыка. А потом, я думаю, что вот с нашим вторым альбомом, с этим как бы смешным синглом, как некоторые говорят, не серьезным синглом, но достаточно популярным треком, когда началась вторая волна, можно, что было видеть в первой волне, так тоже это было MTV, это было вот как бы западная культура приходила, журналы, все такое, это как бы очень влияло на всю, как бы, эту, можно сказать, на всю волну. А с нашим треком и нашим вторым альбомом, как бы, я думаю, что началась эта вторая волна. Ну, еще до того мы начали радио тоже, мы как бы вышли на радио, мы делали мероприятия вместе с парнями из радио, и вот тогда как бы было со второй волной, это была инициатива людей, которые очень любили, которые очень любят хип-хоп музыку, и люди, которые, ну, не смотрели, ну, я не знаю, это может теперь звучать очень неловко, но, ну, тогда на деньги это не смотрели. Я верю, теперь есть очень много групп, которые едут и играют бесплатно, и я понимаю, что это все, ну, как бы, и так должно быть. Но тогда это было то, что мы ездили на концерт в Варшаву, в Польшу, на Афура, на Джерода Дамиджа, чтобы посмотреть, хоть что-то взять и привезти в Литву, и сделать что-то такое. Так как бы, я думаю, что вот та вторая волна была такая с очень большой любовью к хип-хоп-музыке. Позже это как бы все, ну, встало в свои рамки, и как бы сама хип-хоп-музыка всегда была, ну, не могу сказать, что на волне, но как бы всегда было по течению. Нишу какую-то. Да, она имела свою нишу, и потом пришла еще такая, ну, как бы, я так называю, третья волна, когда брейк-дэнс заменил тот называемый хип-хоп-дэнс. Это то, что люди, то, что они начали видеть на MTV в клипах там Тимберлейка или Ашера, или там Мисси Эллиот, люди увидели, что они тоже что-то могут делать, и некоторые брейкеры как бы переформировались и начали открывать свои какие-то школы по хип-хоп-дэнсу. Потом начались очень большие мероприятия под названием Urban Dance. Мне самому даже там, как бы, я сам там играл несколько лет подряд, и тот танец был, может, в одно время как бы не очень приятный, может, потому что как бы люди, которые, ну, считают себя хип-хопом, они как бы, ну, не знали корни. И у нас с этими танцами там было очень много дискуссий на форумах, все такое, то, что как бы, ну, как бы, надо знать корни, надо знать, что от чего произошло. Но как бы вся культура хип-хопа, она, ну, тем и жива, то, что люди делают и как бы и знают, от чего все началось. И Да, есть фундамент, и люди знают, чего частью они являются.
И как бы я думаю, что вот хип-хоп это всегда было, ну, довольно-таки важно. И вот мне, может, с танцами не понравилось то, что как бы люди, они не очень там интересны. Да, да, они, им не было интересно то, что как бы вот я танцую теперь под музыку Джеймса Брауна, и мне было интересно купить эту музыку. А я там стянул откуда, ну теперь вот я танцую, я как бы часть. И это было очень как бы для нас, для диджеев, это вообще было как-то очень странно, то, что как бы мы покупаем музыку, там, пластинки, мы там отдаем деньги, а люди просто там берут это бесплатно с интернета. Это было в то время, ну теперь, конечно, это смешно, но тогда это было, ну, болезненно чуть-чуть, конечно. Но сам факт хорошо, что остался, что, ну, в хип-хопе в Литве, наверное, везде есть то, что со временем как бы те неправильные люди, они как бы отбрасываются, остаются те, ну, люди, которые правда это хотят делать и правда очень знают и понимают, что хотят, и видят даже будущее, как они хотят, чтобы это выглядело. И так я очень сам там, как мне 36 будет через несколько дней. И как подумаешь, ну, как бы 36 мужику, и что-то такое делать. То, что я делаю, это, ну, в Литве не очень так популярно. Да, популярно. И мои родители, наверное, тоже не очень этим, как бы, ну, там, им тоже не очень нравится то, что я в 36 лет в шапке и наверное, в джинсах там все такое. Но сам факт остается, что мне нравится, и я в таком возрасте, я все еще чувствую, как бы, то наслаждение той музыкой, и от всей той популярной и как бы андеграунд музыки, то, что я получаю как диджей, как я должен как бы отсеивать и собирать на радио, собирать на вечеринки, я все еще чувствую это как бы наслаждение, и мне вот нравится то, что как бы очень много людей есть, которые по сей день говорят, что как бы R&B музыка там, там, то, что делает Timberlake, то, что делает там Timbaland, все, что приходит по MTV, по радио, что это плохо. Я думаю, что это неплохо, и люди, которые, как я и говорил, которые остаются с хип-хопом, они потом находят еще больше. Через, наверное, ту популярную музыку они приходят в хип-хоп, а потом находят что-то уже для себя довольно-таки более глубокую музыку, более хорошую. Ну, если они начинают копать. Да, и если они остаются, они, наверное, копают, я думаю, так, потому что все равно, ну, как бы, все, которые вот в хип-хопе, они знают, что как бы такого дохода нету. Наша вся группа G&D Syndicatus, они все работают, делают что-то Я другое. Еще. Да. Помимо концертов у нас еще есть дофига там разные другой работы, и как бы у нас есть дети, у нас есть семьи, и, ну, мы как бы с хип-хопа не могли их бы накормить, но... Содержать. Да, содержать, но что самое хорошее, то, что мы умеем как-то совмещать нашу работу и саму как бы хип-хоп-музыку, саму хип-хоп-культуру, и наши семьи даже, они тоже как бы часть этого. И я свою жену встретил, ну, в школе для брейк-дансеров. Это тоже как бы такой чуть ли не знак. Судьба. Да, судьба. И, ну, я думаю, что как бы если посмотреть уже на то, что какой хип-хоп в Литве теперь, так теперь очень много, как говорится, очень много поклонников, людей приходят из того, то, что они видят на YouTube. Да? У нас есть некоторые группы, которые делают хорошие очень клипы, они выступают на концертах, у них есть хорошие треки, и это как бы выходит очень легко через Facebook, через YouTube, и людей, которые слушают, их очень много умножается. Да, они молодые, это подростки в основном, но то же самое это было и с G&G в 99-м, когда, ну, их не пускали в клуб, но они приходили к нам на вечеринки, на концерты. И они до сих пор с нами, те люди до сих пор делают съезды фан-клуба, они приходят к нам на концерты, и как бы видишь, что как бы они вырастают. И я и тогда, и теперь не думаю, что то, что молодежь, то, что подростки приходят на вечеринку, это что-то плохое. Ну, конечно, ну, это будет только несколько людей из той всей массы, которые дальше будут
что-то делать, чем-то заниматься в этой хип-хоп-культуре, но они будут. Хорошо, тогда, чтобы как-то заканчивать, заключать, может быть, у тебя есть какие-то мысли, какой-то посыл, который бы ты хотел адресовать слушателям, тем, которые вот смотрят видео сейчас вот с твоим участием? То есть, может быть, наставление в хорошем смысле, да, может быть, молодым музыкантам, диджеям или слушателю, как-то вот какое-то свое вот, ну, просто вот какие-то вот слова напутствия, то есть не обязаловки какой-то, вот, что-то такое. Все время, во все это время, сколько я слушаю музыку, я постоянно слушаю одну фразу, и чем дальше, тем больше я в нее верю. Очень много. Только MC, только, ну и разных там, кто рисует, кто танцует. Все говорят о том, чтобы люди искали свой стиль, искали бы себя, не копировали то, что они видят, а старались бы делать то, что для них как бы более как бы, ну, интересно, более хотят как бы саму экспрессию из себя вложить, то ли в музыку, то ли в рисунки, то ли в танец. И чем дальше, тем больше я это вижу, что как бы индивид самого как бы артиста, он с годами и, ну, как бы становится каким-то вот индивидом интересным, если он делает то, что он хочет. Когда люди, ну, копируют, как бы, ну, это тоже хорошо, это очень хорошее начало. Все, которые рисуют, да, кто рисует, кто, например, ну, со скретчем, это же то же самое. Это что я учусь некоторые вот фишки, но потом я их складываю так, как я люблю. Я записываю их в такой комбинации, как я люблю. И это звук мой, когда получается. Это то же самое, если взять гитару, аккорды все равно надо которые научиться. Вот так, да. Аккорды надо научиться. И они уже такие есть. А уже потом, как ты играешь из себя. Я думаю, что в хип-хоп-культуре, как и в любом другом, в любых других вещах, это как бы, ну, тоже главное. Я знаю, что человек, который видит Kanye West или там, например, Снупа на видео, он: о, я хочу, как он, и, там, выйти там на сцену, и, как бы, вся масса людей смотрит на меня, супер. Да, это хорошо, но как бы, но нету примеров, которые бы показали то, что такое копирование, это хорошо. Ну, как бы, нету примеров, чтобы люди, они достигли бы, если они будут копировать. Таких же вершин. Да, таких же вершин. Так я что хотел бы пожелать, чтобы люди не то чтобы искали себя, но не боялись как бы своей экспрессии, не боялись сделать то, что они хотят. Мне также было на вечеринках R&B, когда я как бы боялся той R&B музыки, но те же самые там Timbaland, там Miss Elliot и все, что пришло как бы в мой сет, это дало как бы новые какие-то чувства. И да, я теперь, мне уже, например, не надо играть там Beyonce и там что-то в этом подобное, но и это результат того, что как бы мы, когда делаем то, что хотим, и делаем это сердцем, находятся люди, которые это все как бы они приходят, они слушают, они становятся частью этого всего, и как бы, как я и говорил, некоторые ходят, но некоторые остаются. И я думаю, если вы будете делать то, что вы хотите, то, что вы любите, так все люди с вами останутся, и вам самим тоже будет от того только лучше. Спасибо. Пожалуйста.